Привет, добро пожаловать в следующей части моего лабиринтским острове. Это что-то в размере, как был, когда мы был ребенками и сделали пазл. Но, конечно же, потом будет не будет случайный барба, а даже что-то скрытный барба. Как это гадает, то один определенный место будет барба так это. Но очень хороший шанс, чтобы собрать много очков опытки. И еще один вещь, которая скрытен, потом добавленный способность магии. Хорошо. Это будет очень важно, потому что я не объяснял о моей новой, что-то называется, новой магии, которую отдал нам мудрец. Это от рождения, что называется рефлект, это прямый. Нет, но это не полезный сейчас рефлект. Я хотел околдать магия что-то угон, потому что это нужно сейчас, но я случайно, потому что о том думал. Что околдал магия от рождения. Хорошо, рефлект это прямое переводение. Переводение от рождения. От рождения будет необходимо для моего следующего назначения, для моего следующего назначения в четвертом дворце, потому что не просто не сколько, что обычный монстр околдают магические атаки против нас. Еще будет это просто красный рыцарь, который атаковал нам. Хорошо, не просто так, но главмонстр в том, это нужно под понадобилось это от рождения магии, чтобы убить его. Без этого это невозможно. Хорошо, я скоро буду покажать тебя, но первый это должен выиграем очень давно, чтобы попасть на это хорошее место. Много. Я ненавижу это молоток бросец. Потому что своя атака очень опасна. Хорошо, он совершил самоубийство на магму. Молодец, товарищ. Молоток бросит, но... будет красный рыцарь. Спасибо большое за смерть и за ботинки. Будет один еще раз. Но это я знаю, что это опасно. Не безопасности, потому что я уходаю. Фею. Это фею очень полезно, потому что я знаю exactly that moment. В точный момент, когда я проиграю другая сторона этого места, я буду жертва
атака, что атака молодёка этому монстр и будет подат. Будет подать в магу. Потому что у нас есть просто три жизни. Это будет хорошо, если мы можем контролировать ситуацию. Это будет мои другие дружки. Голубой, голубый рыцарь, который может... Хорошо. Это сапог. Магический сапог. Конечно же, это не просто... Не простой, но простой, а сапог. С сапогами мы можем в определенном месте мы можем что-то пылаемся над водой. Как я очень много ненавижу этот монстр. Я хочу прогрузить его, но прогрузить его может быть хуже. Потому что возвращаются на нас. Это будет лучше, если мы убить его скоро. Бутинка? Нету. Нет бутинка. Yeah. That's okay. Один жизнь. Не очень огромный проблем для нас, и меньше мира, и сейчас мы что-то пополнили, был пополнил мою магию и мою жизнь со смертными. Хорошо. И мой... Это монстр. Это обычный монстр. Я сказал об этом. Может, околдают свою магию на нас. Но, к счастью, от рождения магии будет очень высокая прием. Это очень огромное количество что-то. Огромное количество опытки. Что без трудностей, что очки. Без трудностей, но, конечно, должен с использованием немножко. О, посмотришь, я... хочу, что это будет лучше, чем моя что-то мои предыдущие попытки, когда я был в очень ужасной ситуации с монстрами, с обеими сторонами. Обеими сторонами. Это было очень неприятно, но, к счастью, это было легче, и проблем не было, к счастью. Я хочу много. Господин монстр, привет, спасибо большое. И мы можем еще один раз пополнить мое что магию. Мячи, сумка мячи, полезный, так обычно. Хорошо. И гадай, другие волшебники. Другие волшебники, гадай, скричает себя.
я хочу достичь на следующий уровень. Нет, ничего нет. Хорошо, посмотрите. Мы можем удобно выйти из дворца и один еще раз пополнить мою здоровье и мою магию. Это просто один маленький, что-то называется, перерыв. Нет, это не был просто рыцарь. Это не заинтересовывают, не заинтересовывают. Я не заинтересовываю. Это рыцарь и свои очки опытки, потому что не нужно. Мы очень близко от моего другого уровня. Поэтому не нужно. Мы сейчас просто что есть меры мены, что очки. Не, я не хочу использовать. Мы можем блокировать. У вас есть такое... Есть такое что? Техника. Техники, чтобы что? Чтобы блокировать. А, блокировать магия? Mm-hmm. А, я могу. Уже. Mm-hmm. Я могу блокировать с обычными что-то. С обычным щитом, но что-то я не могу от рождения. Поэтому это легкий избежать монстра, но что-то труднее уничтожить. Эти монстры. Я не хочу. Это будет что-то. Будет проблем. Но это монстр не будет проблем, если бы мы используем мои тактические преимущества. Хорошо, спасибо большое. Не нужно, мы не будем достичь на следующий уровень. В этом дворце это не нужно. Посмотрите, мои остатки 1-2 уровня в области нападения, 1-2 в области магии и 1 в жизни области. Хорошо, это 5. Еще 5. Поэтому если мой... у нас есть сейчас 3. Отстает 3 дворца отстает для нас. Поэтому... Если мой что-то достичь следующий уровень... Мне тоже. А если мой достичь на следующий уровень в каждом лабиринте, это не будет проблемы. И один бесплатный, один еще что-то платный. Это не будет проблем для нас. Эти монстры разряжающие. Хорошо. Это сроки согласно. С пожертвованием. С выживанием. С выживанием. Монстр разрушающий, но к счастью не понесет очень огромный ущерб. Это монстр движающий. Что такое? Ага! Нет. Почему тот монстр?
сторону не умирает, а ты, когда ты на них наступаешь, они уже исчезают. What? What those? What? А почему монстр не... что, вот уезжает? Не... He doesn't fall when he walks. Oh. He's on top of that. О, oh, и потому что это очень легкий. Не тяжелый, как нас. О, хорошо, хорошо. Я понимаю. Красный рыцарь, но просто за два заголот. За пол. Хорошо. Это хорошо, что мы достичь на шестом уровне. Хорошо. Это глоб монстр этого места. Первый щит, препарат, подготовленный и подтверждай. Он просто обладаешь много магии. Иногда он появился из себя на нас, но обычно, если мы просто подставим здесь, это не будет проблем. Это не именно волшебник, который укладал еще проклятие на Зелду, чтобы спать. Который из пролога, из спрашника, который принц. Вот дал признак, чтобы сделать спад принцессу Зелда. Поступить. Да, сделать спад. Нет, спад. Like, хорошо, это мой бесплатный уровень в область магии. Конечно, нет выбора. Хорошо. По-моему, это конец последующей части. Мы что-то делаем. Один скрытный контейнер, скрытное сердце. И один еще лабиринт. По-моему, это самый сложный лабиринт во видеоигре. Кроме, с исключением... Великий дворец. Хорошо, до свидания.